Здравствуйте! С вами агентство недвижимости Дипкая Ременькюль. Меня зовут Инна. Сегодня мы хотим показать вам квартиру 3+1 в большом сите со своим спортзалом, крытым, открытым бассейном, с аквапарками и большой зеленой территорией. Квартира находится на 10 этаже с прекраснейшим видом на море. Все, и давайте начнем осмотр квартиры. Со входа перед нами открывается зал и коридор. Зал, смотрите, большой, светлый, просторный, в американском стиле. То есть зал, совмещенный с кухней. На кухне у нас имеется много шкафов, и хозяева оставляют кухонную тройку: вытяжка, варочная панель, духовка. С кухни у нас есть выход на балкон, хороший, большой, просторный балкон с шикарным видом на море. Макс, покажи. И далее с балкона мы идем через зал по коридору. Сразу за дверью у нас имеется два шкафа, входная группа. Один шкаф с полками и второй шкаф для курток и как обувница. Дальше по коридору с левой стороны у нас есть спальная комната. Большая, просторная спальная комната. После спальни у нас с правой стороны идет общая ванная комната с душевой кабиной, с хорошими размерами. Просторная. Дальше по коридору у нас идет... Дальше за ванной, после ванной комнаты у нас идет помещение, пожарный выход, но хозяева его использовали как подсобное помещение. Напротив него у нас имеется родительская спальня со своим санузлом, душевой кабиной. И в спальне имеется еще два встроенных шкафа. Дальше со дальше отсюда проходим в спальню. Спальня хорошая, просторная. И есть выход на маленький балкон с шикарным видом. Посмотрите только, какой здесь вид. Балкон, конечно, узковат. Далее со спальни выходим, с родительской спальни идем в детскую спальню. Дальше. Есть детская спальня, не маленькая, тоже просторная, хорошая, светлая детская спальня, тоже с шикарным видом на море.